Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде си, и все исполняя, сокровище благих, и жизни подателю, приди вселися в мир, и очисти меня в церкви свет. Целомудренный, чистую деву непразду сущу, во святе тайно пустить ее, увидишь в очеве, муща Духа Свята, удивись непостижимой тайне воплощения, и до конца верен хранить и чистоты твоя прибысь. Мы же грешни, славящие же о нас, Господне смотрение. Умиление сердец наших, благоговейно поклоняемся Тебе, вопя ручимся Тебе, Богу, аллилуйя. Разум человеческий недоразумевает постигнуть вели и таинству, воплощение Тебе, Пречистое, от Христа Бога нашего, и ангели небесные, недоуменно дивятся, как о нас ради человек, владыки Христа с небесе на землю нисхождение, и о Деве воплощение бысь, мы земнородней, Тебе благодарение приносящее, радостно глаголем. Сподобился со всеми святыми петь ему, аллилуйя. Слыши сердечное воздыхание наше,
будет теплая заступница и молитвенница за нас пред Сыном Твоим и Богом. А еже избавитеся нам от грех наших, да не пребудем вне чертога Его, но сподобимся со всеми святыми петь Ему. Аллилуйя! Совет, и вы, як услышали совет, целование Марино, взыграйся младенец в очеве я, и исполнися Духа Святый или совет, и возопи гласом верием и речем. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, и откуда мне сие? Да приди, Мать Господа моего, ко мне, себо якобысь глаз целование Твоего во ушию моею, взыграйся, младенец, радощами в очеве моим, и блаженно веровавшая, яко будет совершение глаголом я от Господа и речем Мария. Пресвятая Богородице, спаси нас! Пресвятая Богородице, спаси нас! Спаси нас!
Господь.